обожает печенье. Нукольна, что ты делаешь? На муке. Ложишь муку в тесто? Нет. Ну не вот так еще, смотри, можно. Чуку-чуку-чуку-чуку-чуку. Давай. Пусти меня, я встану. Давай, мешай. Мама. Ну что? Что такое, мама? На, бери тут, мешай, мешай, бери. Мешай, 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 мешай. Ну как там тесто? Да. Мешай, 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 тесто, мешай. Мешай, а то дядя Вова уже слюнки текут. Давай, мешай. О, мешает, мешает. Поваренок наш маленький. Здесь дядя Вова уже музыку включил, чтобы как-нибудь себя отвлечь от того, от сладкого голода. Еще муки. Ой. Я не вижу. О, бабушка помогает. Бабушка помогает, Каролина? Или... Каролина? Размешивай, размешивай. Вот такое у нас будет печенье. Вот такая у нас. Мы будем делать тесто, чтобы оно могло бы из него делать печенье. И красивые, да. Ну, как бабушка умеет быстро, да? Чук-чук-чук-чук-чук-чук-чук. Каролиночка. Размешиваем, размешиваем. Мешаем, мешаем, мешаем. Ручки болят? Нет. Уже, может, можно ручками даже? Не-не-не, рано еще. Рано еще? Так оно еще, каша. Удобно. Ой, встать поудобнее надо, конечно. Может, миксер включить на первую скорость? Да, конечно. Сито. Да тяжело им. Ну что, помоги, держи. Давай,
мурашки, да, от тебя? Жопу пополоскать? Рот. Ну, куда смотреть, где лучше видно? Да, вот дядя Вова жопу полоскает. А мы идем дальше смотреть, как там наша повариха. А наша повариха замечательна. Тесто уже загустело. Да, Каролина? Да. Ой. Что такое, а? Каролина. Ну, нарисуй что-нибудь, бабочки. Перед тем, как тесто положить, посмотри. Давай посмотрим, что мы будем делать. Я человечка не вижу. Зайка немножко мокрый, ну. Нет, так это потом на тесто. Это потом на тесто. Все, давай выкладываем тесто. И месить будете. А где моя тарелка? Ну зачем тебе тарелка? Вот она. Я тебе принесу. Что ты принесешь? Палка внизу лежит. Ай. Так. Надо размесить, еще размесить надо. Так. С мукой. Я сейчас помою там. Я там все помою сейчас. Вот так. О, как мама делает. Правильно. Муки потом еще добавить немножко надо будет. Это потом. На тебе. Тоже меси. Бери пальчиками. Вот как мама. Нет, это потом. Вот так вот. Вот так вот. Кулачками. Меси. Вот так. Молодец. Ой, как у вас хорошо получается. Меси, меси, меси. Ну, меси она. Что? Нет. Этим рано еще. Еще тесто очень мягкое. Тесто готовить. Готовьте тесто. Готовим тесто. Вот так сразу все не получается. Надо муки. Что, еще надо муки? Да. Ну, если тебе надо, повариха, то да, да, надо. Муки, между прочим, надо. И маме тогда надо. Кулинарный поединок. Кто победит? Скажи, дружба. Дружба. Дружба и сладкое печенье. Победит пустая, а проиграет пустая тарелка. Да? Опять воняет. Видать, в эти дырки туда заливший жир, пока он не выгорит. Уже воняет. Ну ничего, прогорит. Ну как твое? Что случилось, Каролина? Что там, Зайка, болит что-то? О, как у мамы, какой калачик хороший получился. Мама колобок? Как у нас колобок? Я колобок, колобок. По сосеку скребен, по амбару метен. На окошке стужен. Да? Да. Да? Так, а пойдем потянуть это. Она очень спешит. Скоро будет, маленькая, скоро. Ну, пока хватит. У Каролины какая рыбка получилась. Во, фантазия. Очень толстая. Во. И у мамы рыбки. Надо глазки сделать. Чук. Я. Чук. Чук. Глазик. А ты? Чё? И потом капельку вареница любого. Ой, как будет вкусно! Ой, как можно будет... еще сверху сахарком посыпать, они вообще будут тогда такие хрустящие. А какие же они хрустящие? Делайте, что хотите. Нам просто не Каролина, укладывать хотим. У тебя хорошо получается? Да. Молодца. Конечно, вся в муке.
Покажи, какая ты в муке. Покажи, какая ты в муке. Скажи, бабушка, мне глаз в муке. Ну а что у вас готово? Готово! Покажите поближе. Шапочку поднимите свою, покажите свои глазки. Ну что у вас за кулинарное искусство? Ой, какая вкуснятина будет. Да? Все. Идем эти пирожки. Печеньки наши будем закладывать в духовку. Посмотри, какая красота у нас. Ты посмотри, какая красота. О, боже, кого мы тут только наделали. Как бед? Ну, давайте, открывайте духовночку. Отойдите. Нет, это уже не горячая. А, это там горячая, Каролина. Кариночка, отойди сейчас. Тут мама. На какую? На серединку где-то ставь. Первая партия пошла. Минут 20. Сейчас у нас еще с тобой очень много. Сейчас у вас есть время баловать. для всякого. Сколько у нас там штучек примерно получилось? Хочешь? Тебе удобно там, да? Идем на кухню смотреть печенье, Каролина. Каролина, идем смотреть печенье. Здравствуйте. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, кто эти печенька спек? Это Луна. Это Луна. А кто делал? А сейчас кубики. Каролиночка, скажи, кто это все делал? Какие рыбки, какие прекрасные. Кто это все делал? Это дом! Кто это все сделал, Каролина? О, это... целая тарелка цифр. Какие прекрасные. А какие они вкусные. Кто это сделал, Каролина? Расскажи, Каролиночка. Кто? 5, 4, 3, 2, 1. Бабушка, по-моему, один съела. Это достала из печки. Бабушка, по-моему, венерку съела. Ну, не важно. Но зато какая прекрасная. Маркиза, так.